Новосибирский весь город устраняет последствия снегопада. Накануне Анатолий Локоть заявил, что денег на уборку улиц нет, и призвал все организации внести посильный вклад в наведение порядка в городе. Первыми откликнулись работники метрополитена. Следующей ночью на улице обещают выйти сотрудники управления Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирцы уже шутят, мол, вот почему проезд с Нового года подорожал.